Нічого собі! Як цікаво! Доброго ранку усім глядачам, добра ранка! Привітання, Ілля! А ти Касю не бачив? Ні. Посіяні, спізняється чомусь. А давай, я й потелефоную. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кася, що з тобою? Ой, мені дренно. Так, дай погляджу. Вожа червона, ти плакала? Хто тебе покрутив? Ніхто, тільки голова болить і кружиться, як на каруселі. Треба хутку допомогу викликати. Правильно, Лесик, який номер? 103? Ні, не треба нікого викликати. Дайте лепш подушку, поляжу спокійно і одійду. А чого ти йдеш, Кася? Як я переживала, коли на Лунтика бандити напали, ледь притомність не згубила. Лунтика? Дик ти мультфільми глядела? Усе зрозуміла. Ти кольки годин ля телевізора просиділа? Не ля телевізора, а ля планшета. І не просиділа, а проляжала у ложку. Може, 4-5 годин, не пам'ятаю. Амаль усю ноч. Столько серый проглядела. А зараз дайте мне спокойно поляжать. Ну, додумалася. Ночью, Кася, спать треба, а не мультфильмы в планшете глядеть. Добре, отпочивай, приходь у себе. А мы? А мы зараз с глядачами поглядим мультфильм. И я глядеть? Нагляделася уже. Олеж, спать! И без усяляких але. Кася усе спить. І вона ще довго не проснеться. Додумалася ночі мультфільми глядять. А мені так нашої бабатухи не хапає. І мені так само. Без Касі сумно. Говорите, говорите, я ще як вам мене не хапає. Так приємно гэта чуть, аж напрочинаться не хочеться. Ура! Ми раді, що ти знову з нами, Кася. І я рада. Отпочила? Голова болі не кружиться? Усе у порядку. І сон я такий незвичайний тільки що бачила. Розкажи. Ніби я на полночі посярод гурбом снігу. І мені так холодно, так холодно. Як там живуть люди у такой холодечі? Я в лядяш, ледь у сні не перетворилася. А ми зараз поглядим. Знайшов. Жыхароў поўначы ад лютай сцюжы выратоўвае тёплая футравая адзежа і тёплыя футравыя боты. І нават яранга чукчаў, так называецца дом, у якім яны жывуць, мае замест сценак футравыя скуры. Такая мехавая хатка атрымліваецца, так? Можна і так сказаць. И тепленько, и утульненько. А я думала, что домы жыхары снегу будуют со снегу. И такие есть. Яны называются иглу. Гэта так само у чукчаў? Не, за полярным кругом живут эскимосы. Дык вось их домы побудованы с великих гурбов снегу. Ого! А ложки у иглу так само со снегу? Поглядим. У іглу усе со снегу, і ложки, і акенцы. А замест шкла у акенцы со снегу эскімосы уставляюць празрыстыя льдзіны. Ой, здорово! Такі снежна-ільдзісты палац атрымліваецца, як у снежнай каралевны. Толькі ў некалькі разоў меншы. Як цікава, але мне ўсё роўна болей падабаецца ў Беларусі жыць. У нас і рэчкі блакітныя, і лясы зялёныя. А ў эскімосаў і чукчаў, куды не глянеш, адзін снег. Мне б ён хутка надакучыў. І мне. А я вось ведаю, што вам ніколі не надакучыць. Што? Мультікі, вядома. Давайте глядзець. Давайте. Святкаваць падаруначкі, словы розныя віншавальныя, прыгажосць. Кася, у цябе сёння дзень нараджэння? Ну... Не выдумляй, твой дзень нараджэння не сёння. А калі мы адсвяткуем яго, ну, сёння, ну, падарожку. Без падаруначкаў? Чаму без падаруначкаў?
Якое ж гэта свята без падаруначкаў? А калі сапраўдны дзень нараджэння наступіць, тады падаруначкаў ўжо не будзе. А можна, каб і сёння і потым падарункі былі? Не. Ну вось, я так не гуляю. Без Касі сумна, нам Касі не хапае. А падаруначкаў для Касі шкада. Ну добра, будуць табе падаруначкі. Толькі спачатку адгадай, пра што разважаюць дзеці? Прапануйце мне ва ўгадайку пагуляць, я згодная. Тады выхожу на сувязь з нашымі разумнікамі. Ага. Паважаныя гледачы, вы таксама спрабуйце адгадаць разам з Касі, пра што дзеці разважаюць. Ага. Это вещь необходимая, сейчас без него жить никто не может. Внизу там, внизу в этой штуке кнопки, а эти кнопки меняют картинки, и там, да, если пользоваться кнопками, а экран все показывает. Он бывает прямоугольный, бывает простой, бывает, который открывается, закрывается. Я по этой штуке мультики смотрел, когда телевизор несул. А управляет им мышка. Ну что, ребята, догадались, что это? У всех глядачей догадались. Только у нас сегодня Кася отказывает. Ти ты не ведаешь. Ты что тут ведать? Это тое, что стоит зараз перед нами. Компьютер. Малайчына, Кася. Я ведаю, что я малайчына. А где тое, что обяцали? Вось, Кася, трымай. Ух ты! Плавальный круг! Я давно про таки марила. Корыстная рыба. Ага. Зараз мы не будем хваляваться, коли ты плавать пойдешь. Дякую, сябры. Ну, я побегла. Куды? А, я куды? В ванный покойчик. Плавальный круг проверять. Воды зараз у ванну як напущу, як бултыхнуся. Бултыхаться будешь на речце и летом. Я боюсь, что до лета не дотерплю. О, а я в бассейн пойду. Лисик, ты со мной? Добрая идея, Кася. Только зараз у нас иншие планы. Мультфильм и после поем викторина для наших глядачов. Сябры, вы не супрать? Да, кто ж от викторины отмовится? Был. Сябры, часу у нас засталося мало, тому пропоную задать только одно питание и для наших глядачов. Я не супрать, нехай Лесик и задае. Кася, что с тобой? Ты не захворела? Як тая малпа з мультика? Я абсолютно здоровая. Ты задавай свое питание, пока я не передумала. С задовольнением. Сябры, питание по мультфильму «Золотая липа» у меня для вас такое. Напишите и намалюйте того, кто рассказал Ильня Няти про лековую горбату с пялёсткой липы. Адресы наши памятайте, но всякий выпадок нагадываем. Поштовый 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ти электронный, добраранок ТВ, слимак, gmail.com. У письме не забудьтеся отзначить ваш узрост и докладный адрес. А можете и свой фотопортрет дослать. Мы с задовольнением покажем его разом с малюнками усим глядачам добраранка. А зараз час развитываться. Так, спадеемся, вам с нами сегодня было цікаво. Нам с вами вельми. Доброго и насыщенного вам дня, девчонки и хлопчики. Зустренимся, як завсёды, зранку. У нашим добраранку. Будет весело, обяцаю.